Доброго времени суток, друзья! Вы на канале «Как научиться стрелять». С вами я, Александр Крубецкий. Тема сегодняшнего видео, она такая немножко вынужденная. Люди, не то чтобы замучили, спросят, как бы показать, как мы собирали пулю шиша, как она летит там на какие-то дальние расстояния и так далее и тому подобное. Прежде всего, как непосредственно собирался снаряд, да, то есть какая комплектация была использована и так далее и тому подобное. Для нас это немножко стало неожиданностью. Во-первых, первый раз, когда мы ее сняли вообще вот эту вот отливку, снаряжение, мы использовали вообще бэушный хвостовик, уже стрелянный там, вообще от дроби, что ли, верхушку срезал, прикрутил. И она на 40 метров пошла довольно кучно. Я не ожидал, в принципе, я так посмотрел, что, раз она со старым говном уже смятым летит хорошо, думаю, значит, с новым-то она полетит хорошо. Что вам сказать за это дело? Не знаю, вы тут будете расстраиваться, мы не колдовали, абсолютно ничего мы такого не делали, и стандартное, обычное снаряжение было пуль, причем мы немножко экспериментировали, просто применяли три вида ПЖ, я, наверное, переведу поближе сейчас камеру, включу пистолет с клеем термо, пока я там прикручиваю его, он нагрелся, и мы шары сюда заплавили. Просто люди попросили снять полностью процесс, как это у нас происходит. Давайте, наверное, буду переводить поближе немножко, чтобы вам все было видно. Раз вам интересно, давайте все-таки на эту тему поговорим. Хотя там особо ничего не отличалось. Нет, наверное, то слишком. Так. А что у нас с фокусом? А у нас с фокусом прекрасно. Ну, смотрите, ребят. Нами были использованы три ПЖ. Во всех наших стрельбах у нас вот эти вот два были основные. Вот ПЖ-ик. Да. Его сейчас покажу, наверное. Вот он в голом исполнении. Это, по-моему, ПШ-таха. Вот средней величины. Я вам даже это все дело и обмерю, чтобы уже не было. 22,5 его высота по вот этим вот за окраинам. Неплохо он летит с него. В принципе, мне понравилось. Довольно стабильный бой. Вот он получается у нас в таком формате, оно у нас получается. Теперь далее был применен еще амортизатор. Сейчас я возьму контейнер, покажу сразу. Вот такой вот контейнер, по-моему, таха, значит, на 36 грамм высокий. То есть есть он низкий. Сейчас, и его покажу для уже кучей наглядности. То есть как-то так. Вот этот низкий на 36, вот этот высокий. Что мы взяли? Мы срезали вот эти вот лепесточки. И площадка, которая оставалась, нам, в принципе, послужила, скажем так, местом, куда можно прикрутить эту пулю. Вот на таком ПЖ, на невысоком, он тоже давал очень хороший бой. В принципе, если мы возьмем оба этих ПЖ-ка, то мы увидим, что высота у них, по сути, такая же самая, как этот с площадкой, так этот с углублением, но с небольшим, скажем так, с небольшой модификацией. Просто сюда вставлена прокладка с динолем, я не помню, там миллиметра два, что ли. Два с копейками, скорее всего. Уже замучили, я померяю. Так, 2,2, все. Померил, сказал. Ну и Олег еще экспериментировал с вот этими ПЖ-ами. Это такой же амортизатор-обтюратор от контейнера высокого, по-моему, на 28 или на 24 грамма спортивный. Тоже были срезаны лепесточки, и пуля просто прикручена саморезом, да и все. Так, я, наверное, пистолет забыл включить. Так, еще раз убеждаю, что вы видите. Да, видите. Значит, каким образом производится действие? Берем вот этот контейнер, линолеумная прокладочка, да, мы его так вставляем, расправляем по каждому краю.
Ну, она немножко топорщится. Эта прокладка имеет размер 20 калибра латунной гильзы. Я их, ну, вы видели, наверное, наверняка вырезаю в нем, и поэтому... Значит, говорю сразу, использую в... У меня остались браковки, я еще не садился, не было у меня времени. Пожалуйста, не нарекайте, что у меня эти нехорошие, но это остался брак, не на чем показывать. Сейчас просто у меня нету времени, чтобы выплавить. Ставится пуля, вот так она, получается, выглядит. То есть, как раз линолеум дает тут недостающее место, и бортик становится на вот этот борт. В принципе, все классно, то есть, он там практически ровно. Ну, так вот она ставится ровненько, да. То есть, визуально мы контролируем, что все хорошо. Берем наше шило и вот так вот по центру, скажем так, ну, делаем, так сказать, углубление, чтобы у нас саморезик наш зашел хорошо. Вот кидаем саморез, берем отвертку, желательно с трехщеткой. Говорю сразу, здесь шлица идет не PH 2, не PH 1, а именно PZ 1. Кто знает, тот знает, понимает, да, маркировку, вот эти вот заусеницы. Вот, соответственно, и отверточка, чтобы нормально закручивалась, должна быть. Кто не знает, загуглите, чем отличается PH 2 от PZ 2, и, собственно, применяйте одно к одному, а другое к другому, и тогда у вас все будет срастать. И так вот потихонечку, как только пошел у нас этот самый, мы его, по сути, по трещоточке закручиваем, просто держим, придерживаем пальчиками. Ничего такого сверхъестественного, я вообще не понимаю, что тут показывать. Вот мы его, по сути, и прикрутили. Как вы видите, все довольно ровно. То есть мне в эксплуатации понравилось именно работать с вот этим пыжом, потому что с бортом очень легко центровать. То есть, если как бы с площадочкой ты там это еще юстируешь, там что-то как-то смотришь сверху, чтобы оно все как-то ровненько стало, и только тогда начинаешь шилом накернять отверстия, то тут как бы проще гораздо все. Ну вот мы его накернили, давайте я вторую уже как бы сделал. Так же само берем. Ну я тут уже сделал шилом отверстие, поэтому все станет красиво и хорошо. Уже было закручено. Я сейчас сделаю чуть-чуть этого дела. Ну, естественно, визуально контролируем, нету ли у нас куда-нибудь перегибов. Если есть какой-то небольшой перегиб, чуть-чуть так раз поправляем, и как бы все у нас срастается. Значит, по поводу самореза будут у вас возникать вопросы, сейчас поясню. У меня остался сейчас только большой саморез, это 19-й саморез. Вот. Сейчас мы его... Это 19-й саморез, видим, да? Толщина головки здесь, сколько ты, господи, 4,8 приблизительно. То есть головочка небольшая, под PZ1. Вот этот вот саморез 19, он, как правило, мною крутился вот в такой высокий пыш, ну, потому что здесь как бы больше расстояния, поэтому было ему, он не весь амортизатор занимал, поэтому... А на вот эти вот малыши необходимо использовать 16-й саморез. То есть он как бы не глубоко заходит, но фиксируется в двух плоскостях, и поэтому пуля не отрывается от хвостовичка. Ну, у меня его просто сейчас не осталось, надо ехать докупать, а Олег попросил по срочничку, так сказать, запилить видео, поэтому как-то так. Тем временем наш термоклей потихонечку начинает нагреваться. Ну, сейчас дождемся. Вот, еще одну сделаю. Ну, это так, чисто для вас показать, где-нибудь будет отстрелено на короткие дистанции, потому что, ну, бракованная пуля, как бы, недолитая, и все. Пошарился, думал, что у меня оставалось после всех этих отстрелов, у меня уже конкретно ничего уже не осталось. Ну, так же само ставим, пальчиками контролируем, что оно классно зашло, по центру берем, наминаем это все дело немножечко, чтобы у нас саморез как бы минимально уходил в стороны. Вот, тогда все будет хорошо. И закручиваем. А тем временем я вижу, что у нас уже пистолетик доходит до кондиции. Вот так вот. Опять же контролируем, что ее не перекосило. Чуть-чуть поправляем.
Вот так вот. Значит, все, пистолетик у нас уже по сути все. Можем клеить шары. Сейчас это все как-то там будем делать. То есть берем пулю с легонца, ну, немножко туда клея. Главное по-быстрому. Вот, потому что клей засыхает быстро. Немножко, конечно, долго получилось у меня. Браканул, но все равно это будет браки, типа этому чисто показываю. То есть это делать надо быстрее. Раз, о, вот это хорошо стало. Сейчас облой берется и все. То есть быстренько такой раз, нанесли и сразу шарик. Иначе он у вас будет сильно выпирать. Так, клей уже можно выключать. Сейчас мы немножко подождем, пускай клей подотсохнет. Я его сейчас... Убираются остатки клея, даже можно ногтем, можно вообще не убирать, это уже как кому нравится, да, то есть ерунда это все. Так, там этот клей особо на полет пули не будет влиять. Незначительно тут все уже так. Ну, чтобы вам было для наглядности, я все-таки, наверное, уберу. А пуля абсолютно рядовая. Чем она нас, собственно, и удивила? Мы не ожидали такого результата, по сути, от рядовой пули, которую мы... Просто вот эксперименты такие. На длинном хвостовике, ну, скажем так, не очень полетело. По крайней мере, то, что летело у меня из цилиндра, мне не понравилось. Вот. Ну, Олегу нравится вот длинная. А средний хвостовик для меня показал очень хороший результат. В принципе, сами видели, что я буду рассказывать. Плюс, скажем так, еще есть... Ну, вот, в принципе, все. Ну, давайте тогда посмотрим, да, какой косячок у нас получился, если с термоклеем работать не быстро. Я сейчас приближаю максимально близко. Так, фокус есть. Значит, смотрите, у нас... Отсюда не видно. Эти два шарика... сидят глубоко, потому что клей был хорошо разогрет, и мы быстро вкатили шар. Здесь, ну, не знаю, будет не видно. Блин. Здесь он, нет, не видно совсем. Здесь он выпирает, потому что клей успел уже подсхватиться, вот, и еще и шар неровно стал, поэтому, ну, это все равно в брак будет отправлено, так что, по сути, вот такая вот ерунда. Суть процесса вы как бы поняли, ничего магического. Почему мне еще нравится, скажем так, вот этот вот средний пыш? Потому что он хорошо становится в гильзу под звезду. Ну и я знаю, вы сейчас будете говорить: ай, блин, звезда, пуля, что ж ты делаешь? Ну елки-палки, ну не летят у меня, ну как-то я не знаю. Как-то попадаю, ну давление растет, но опять же для моего Мосберга это не критично там. Не то, что на Магнум, я не знаю, на что там рассчитано. На кабана там рассчитано, чтобы двойная навеска там выдержалась. Поэтому, ну, надеюсь, был полезен. Как бы, ставьте лайки, подписки. До свидания.